Мужская слива или сливка? Тетушки или тетки сварла? Или сварло? Вот как хотите. Коллекционные семена. Вот они какие выросли. Семяночки обязательно возьму. Но у меня вот этот куст был самый первый. Я уже говорила, что он вот здесь вот завершковался. Не знаю, по какой причине. Но есть у меня еще два куста, которые зеленые сварлы, висят, не вершкуются, продолжают расти. Для коллекции, конечно, я возьму семена. Говорить об их какой-то коммерческой ценности не знаю. Ну, говорят опытные селекции. Помидороводы. Что судить о помидоре лучше всего через 2-3 года. Ну, так вот по одному, по двум кустикам садить можно. Для красоты, я считаю. Вкус еще не пробовали. Ни одну сварлу мы не ели. Вот красотка у нас сварла. Еще есть у меня куст. Тоже потихоньку отдает он томатики. И краснеет. Ну, правда, необычный с вот такими впадинами. Перед нами польская слива тетушки сварло. Мне она досталась очень хорошей женщиной. Из Бирска. Я, конечно, промониторила интернет, но говорят, что действительно это очень редкий. Ну, может быть, не такой редкий, но говорят, что очень вкусный сорт. По форме. Ну, вот моя рука, моя ладонь. Вот он весь такой. Ну, вот такой есть. Вот, смотрите, сплюснутый. И вот поменьше. Ну что, взвешаем? Давайте сливу польскую взвешаем. Где тут у нас включить? Граммы нам высветиться нужны. Граммы. Ну, кладем самый крупный томат. Лампочка отсвечивает. Вечером снимаю. 380 грамм. Ну, в принципе, неплохо. 641 и 851 грамм, грамма, 3 томатика. Ну и встретимся со сварлой в разрезе. Не расходитесь. Полюбоваться. Вообще она алая, даже такая желта чуть-чуть. Сварла. Сварла в разрезе. Мне нравится. Смотрите. Такая красотища, сплошное мясо. Вот так. Теперь вот такой разрез смотрим. Камеры есть, но их мало. Семян... Уже думаю немного сварлы подальше. Ну а теперь, наверное, настало время пробовать. Когда о томате говорят очень много хороших отзывов, да? Я всегда ставлю под сомнение и хочу попробовать сама. Ну, вы знаете, я не в бешеном восторге. Но томат этот я садить буду. Сейчас скажу, почему. Я люблю сладкие, более сладкие помидоры. С кислиночкой. Это томатово-пресноватый. Томатово-пресноватый. Он действительно вот как настоящий помидор. Боже мой, неужели у нас дождь начинается?
настоящий помидор. Он вкусный. Он прям помидоровый помидор. Никаких лишних вкусовых качеств ему вот и не надо. Вот такой должен быть настоящий помидор. Очень такой приятный, пресновато-томатный вкус. Чуть-чуть пресновато. Если, конечно, его подсолить, он будет вообще восторг. Вишенные семена, конечно, я возьму со сварлы. Ну, давайте еще на нее пока налюбуемся, пока мы с нее ее не распотрошили на семяночки. Ну, симпатичная сварла. Для коллекции, я думаю, должна она быть. И для разнообразия. Не всегда же есть только сладкие помидоры. До встречи на новых обзорах!